Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату. Многие предложения по изменению Конституции уже поступили в ходе общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии при подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания. Поэтому главная задача Конституционной комиссии – организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона. Публичность и прозрачность процесса обеспечит средства массовой информации, а также электронные коммуникации. Активно используйте данные ресурсы. Второе. Я ранее уже отмечал, что изменение нашего основного закона не означает, что действующая Конституция себя исчерпала. С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален. Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало. Больше 65% люди вообще не считают нужным менять нынешнюю Конституцию. Каждая норма основного закона должна служить главной цели – сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам, и это мы сделаем. Конечно, в работе над Конституцией следует учесть передовой международный опыт, но во главе угла наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Ну, слушайте, мы не первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над основным законом.